Сестра Энда, в чем дело? Я скоро сдохну с голоду. Когда я буду есть? Ох, Ребекка, ты как раз вовремя. Ты видела все, что произошло между Назратом и сестрой Маделин? Расскажи мне все. Нет, я никому не могу рассказать, иначе Назрат убьет меня. Ребекка, пойми, разве ты не видишь? Внешность сестры Маделин изменилась. Она начинает сходить с ума. Мы должны спасти ее. Иначе мне придется скормить тебя ее уродливым курицам. Хорошо, я расскажу тебе всю правду. Но обещай защитить меня от Назрата. Мне не нужно было отдавать ребенка Джозефу. Я должна сейчас же позвонить ему и сказать, чтобы он приехал сюда. Мне нужно кое в чем признаться. У меня есть секрет, которым я хотела бы с тобой поделиться. Ты можешь делиться со мной любыми секретами. Не бойся, доверься мне. Сестра Маделин, я позвонила Джозефу и попросила его приехать с твоим сыном. Мы вернем тебе твою красоту. Что? У тебя есть сын? И кто такой Джозеф? Это твой муж? У меня к тебе много вопросов. Не злись. Это тот самый секрет, о котором я хотела тебе рассказать. Всем привет. Энда, зачем ты меня позвала? Разве что-то случилось? Да, Энда. Нафига ты его позвала? Так это ты, Джозеф? Да, я Джозеф. Чё тут происходит? Не стой у меня на пути, Джозеф. Прочь с дороги, идиот. А чё он такой грубый-то? Что я ему сделал? Ты всё испортил. Джозеф, почему ты не принёс ребёнка сюда? Но зачем? Я очень привязан к нему, я не хочу его отдавать. Будь осторожен, Джозеф. Мистер Мид очень плохой человек. Ну что, друзья, кажется, пришло время попрощаться. Мне было очень приятно провести с вами время, и я очень счастлив, что впервые в жизни завел настоящих друзей. И мы очень рады, что ты смог измениться и стать добрым. Ты сделал правильный выбор. Эй, Рот, какого черта здесь происходит? Почему подопытные находятся на улице? Мы не подопытные крысы. Мы живые люди, и над нами нельзя издеваться. Отец, я не хочу быть плохим. Я устал выполнять твои ужасные поручения. Я отпущу этих детей. Нет, я не позволю тебе разрушить все мои планы. Я убью их всех. Ух ты, это что, ледяной меч или что-то в этом роде? Да, толстяк. Сейчас я разрежу тебе живот этим мечом. А потом я сделаю леденцы из твоих кишок. Быстро прячьтесь в фургон, я с ним разберусь. Не будь дураком, Рот. Вместе мы сможем захватить всю рыночную систему на планете. Весь мир будет покупать только наше мороженое. Нет, я остановлю твое безумие. Ты действительно думаешь, что сможешь победить меня? Сынок, у тебя нет сил, ты всегда был слабаком. Ты действительно думаешь, что я буду драться с тобой? Куда ты собрался, трус? Ты всегда уходишь от проблем, потому что ты трус, ты боишься. Ты трусливый ублюдок. Твоя мамаша сделала правильно, бросив тебя. Я слишком долго терпел тебя. Ты никогда не выстрелишь. Не смеши меня. Скорее, давайте выбираться отсюда. Пошлите, я хочу вам кое-что показать.
Что это за место? Зачем ты привез нас сюда? Это мой дом, который я построил сам. Я думал, мы едем домой. У меня никогда не было гостей. Пойдемте, я вам все покажу. Мне это не нравится. Кажется, здесь что-то не так. Не стесняйтесь заходить. Мне очень жаль, что здесь не прибрано. Я не думал, что приведу гостей. Не волнуйся, в моей комнате всегда беспорядок. На втором этаже вас ждет сюрприз. Я хочу вам его показать. Большое спасибо за помощь каналу AdWealth. Ссылка на него в описании. Обязательно подпишитесь на него. Ох, привет, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. У меня для вас отличные новости. Скоро будет очень классное обновление моей игры. Взгляните на короткое видео из предстоящего обновления. Как вы думаете, где находится этот лифт и куда он ведет? Ссылка на игру в описании, скачивайте и играйте. Сестра Маделин, я действительно сожалею о том, что произошло. Я не хотела все испортить. Убирайся, Энда, я тебя ненавижу. Из-за тебя я потеряла человека, которого действительно люблю. Но сестра Маделин, он должен знать правду. Иначе все могло закончиться еще хуже. Энда, какого черта ты вообще суешь свой нос в то, что тебя не касается? Прости, сестра, я уверена, он вернется к тебе. Нет, ты будешь наказана за то, что все испортила. Спасибо, мистер Си. Я не думала, что ты меня так подведешь, Энда. Мне придется наказать тебя. Ребекка, немедленно садись в машину. Нет, я никуда с тобой не поеду. Ты ужасен, жесток, я боюсь тебя. Я сказал, садись в машину, или мне придется силой затащить тебя в повозку. Ты че глухой? Она же сказала тебе, что не хочет ехать с тобой. Я смотрю, ты слишком храбрый, раз лезешь не в свое дело. Урод! Сначала научись драться, идиот, а потом дерись. Ты бьешь как девчонка. Ты чертов ублюдок. Тебе просто повезло, что я не успел увернуться от удара. Я тебя в порошок сотру. Я не стану спорить с тобой. Я просто убью тебя и все. Эй, чувак, будь осторожен с этой штукой. Прекрати, не убивай никого. Ладно, я поеду с тобой, только не убивай никого. Тебе повезло, я не убью тебя. По крайней мере сейчас. Садись в машину, Ребекка. Мы уезжаем. Я уверен, что мы еще встретимся, мистер Мид. Друзья мои, давайте поднимемся на второй этаж. Там вас ждет сюрприз. Что за сюрприз? Какой же ты любопытный, Чарли. Пойдемте, и я вам все покажу. Эй, ребята, поднимайтесь сюда. А сейчас, друзья мои, я покажу вам мое тайное место, о котором никто не знает. Что произошло?
А ты что еще за маленькое создание? Я один из ваших суперумных помощников, Шир. Отлично, расскажи мне, что случилось. Ты был мертв, и я использовал свой лазер регенерации и оживил тебя. Расскажи, как я умер. Кажется, ваш приемный сын Рот убил вас. Он застрелил вас. Расскажи, где он живет. После 2 часов объяснений, Джозеф наконец понял, куда ему нужно идти. Друзья, я хочу показать вам свою маленькую лабораторию, в которой я разрабатываю рецепт самого вкусного мороженого в мире. Вы будете первыми, кто попробует это мороженое. Вау, супер! Я буду жрать самое вкусное мороженое в мире. Пожалуйста, не бойтесь. Входите. Ну и где же обещанное мороженое? Стоп, здесь что-то не так. Вас было 4. Эй, а где Джей? Он был с нами. Почему всегда все идет не по плану? План? О каком плане ты говоришь? О нет, мои друзья, я должен их спасти. Эй, друзья, мы внесли большое обновление в нашу игру. Мы добавили новую локацию, а также 2 новые крутые головоломки. Вам придется хорошенько подумать, чтобы суметь сбежать из этого таинственного места. Скачивайте и играйте. Ссылка в описании. Зачем мы уезжаем? Ты же любишь Маделин. Ты не понимаешь, Ребекка. Ты не знаешь, что такое предательство. Маделин предала меня. И еще этот уродливый мороженщик Джозеф. Рано или поздно я все равно убью его. Я знаю, что такое предательство. Ты превратил меня в свинью. Перестань быть жестоким и не пытайся никого убить. Будь хорошим человеком. Раньше я был хорошим. Но когда делаешь слишком много хорошего, люди используют тебя в своих интересах. Я никогда больше не буду хорошим. И вообще, закрой свой маленький ротик и сиди тихо. Маделин, зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, я хочу для тебя только лучшего. Выпусти меня. Нет. Ты будешь сидеть здесь неделю без еды и воды. Ты наказана. Но я единственная, кто предан тебе до последнего. Почему ты так поступаешь со мной? Я не хочу это обсуждать. Маделин, стой, у меня есть идея. Что за идея? Как насчет того, чтобы наложить любовное заклинание на мистера Мита? Тогда он точно будет твоим навсегда и не бросит тебя. Это одна из самых тупых идей на свете. Прости, сестра, я хотела помочь. Если ты действительно хочешь помочь, не раскрывай свой рот. Что я могла пропустить? Может быть, Энда была права, и стоит попытаться наложить любовное заклинание на мистера Мита. Я должна вызвать Назрата. О, великий Назрат, я взываю тебя. Пожалуйста, услышь меня. Явись ко мне. Мне нужна твоя помощь. Явись ко мне, пожалуйста. На колени. Что тебе нужно, монахиня? Помоги мне. Заставь мистера Мита любить меня вечно. Я ничего не делаю просто так. Что ты можешь дать мне взамен?
Бери все, что хочешь, но, пожалуйста, сделай так, чтобы мистер Мит любил меня вечно. Хорошо, я сделаю то, о чем ты просишь, но тебе придется любить мистера Мита так же сильно, как он любит тебя. Если он хотя бы слегка заметит, что твоя любовь к нему угасает, будут ужасные последствия. Да, я согласна. Пожалуйста. Надеюсь, на этот раз он меня не обманул. О, Маделин, как же сильно я скучаю по тебе, любовь моя. Что? Ты только что сказал, что ненавидишь Маделин. Что с тобой? Нет, ты лжешь. Я такого не говорил. Я люблю Маделин. Мы возвращаемся. Где ты прячешься, маленький ублюдок? Черт возьми, я сейчас упаду. У тебя плохая хватка, парень. Кажется, сюда кто-то едет. Что? Какого черта? Я ведь убил его. Как это вообще возможно? Привет, тебя зовут Рот. Ты ведь мой сын, не так ли? Да, я твой сын. Что за глупый вопрос? Дело в том, что я ничего не помню. Все, что я помню, это то, что мы поймали детей, чтобы сделать из них вкусное мороженое. Ах да, дети сбежали. И я снова их поймал. Пойдем, я тебе все покажу. Дети здесь, они не смогут сбежать отсюда, они заморожены. Что скажешь, отец? Я скажу лишь одно, ты чертов предатель. Ты убил меня. Тебе не удалось обмануть меня. Ты вырыл яму и сам в нее свалился. Ну что ж, детишки, пришло ваше время. Похоже, я все еще смогу осуществить свой грандиозный план. Я не смогу увезти вас всех на своем мотоцикле. Что ж, мне придется одолжить фургон у моего мертвого сына. Эй, сынок, можно я одолжу твой фургон? Спасибо, что разрешил. Ну вот и все, проблема решена. Осталось только погрузить вас в фургон. Черт возьми, я все еще жив. Мне нужно спрятаться. Ну вот и все, погрузка закончена. Вас ждет веселое приключение. Thank you.
Ты такой тяжелый, Чарли. Я сделаю из тебя самое вкусное мороженое. Ну, наконец-то. Теперь вы точно не сможете сбежать отсюда. Я скоро вернусь. Я нашла. Наконец-то я увижу и поговорю со своим сыном. О, отчет, кажется, обстоятельства накаляются. О нет, сын мой, что случилось? Я воскрешу тебя, мой родной. Я должен перестать прятаться, я должен найти своих друзей и спасти их. Но как мне добраться до фабрики рода? Ладно, я украду мотоцикл Джозефа. О, черт, это было больно. Я не должен медлить, я должен выбраться отсюда. Кто ты? Что ты делаешь в моем доме? Сынок, дорогой мой, я твоя мать, ты совсем меня не помнишь. Прошло много лет, и я наконец нашла тебя. Но где ты была все это время? Почему тебя не было рядом? Это очень длинная история, сынок. Лучше расскажи мне, что случилось. Кто тебя убил? Мой отец убил меня. Он обманул меня и убил. Он захватил мою фабрику. Не волнуйся, сынок. Мы найдем его и отомстим. Он пожалеет, что обманул тебя. Я заставлю его страдать, он будет молить о пощаде. Думаю, что пойду отсюда пешком. Необходимо проникнуть на фабрику незамеченным. Так, кто это там прячется? Поймай этого маленького гаденыша и посади его в клетку к остальным. А я тем временем немного вздремну.
Вот мы и пришли, мама. Добро пожаловать на мою фабрику. Наконец-то, потому что у меня уже отвариваются ноги. Что, черт возьми, случилось? О, черт, экстренная тревога. Код 10. Код 10. Код 10. Борис, следуй за мной. Почему сработала тревога? Надеюсь, это не из-за меня, потому что я пробрался сюда незамеченным. Борис, охраняй вход. Никого не впускай. Убивай любого, кто попытается сюда войти. Ой, здесь у нас проблемка. Даже я не могу заморозить Бориса. Он очень силен. Сейчас мы узнаем, насколько он силен. Привет, Джозеф. Мы так давно с тобой не виделись. Привет, папочка, я тоже рад тебя видеть. Час расплаты настал, Джозеф. Стоп, 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 монашка. Я уверен, что все может быть решено мирным путем. Нет, я убью тебя за то, что ты украл мой секретный рецепт. Что? Какой еще секретный рецепт? Я думал, мы хотели убить его за то, что он убил меня. Сын мой, секретный рецепт мороженого, который использует Джозеф, принадлежит мне. Он украл его у меня много лет назад. Разве ты не читал моих писем? Я писала тебе каждый год, сын мой, в письмах я рассказала тебе все. Прости, мама, но я не читал ни одного твоего письма. Джозеф сказал, что ты мертва, и вот почему я подумал, что эти письма были какой-то злой шуткой. Никогда ни перед кем не склоняй голову, сын мой, будь гордым. Джозеф пытается сбежать. Черт возьми, он снова ускользнул. Откуда у этой старухи столько сил, чтобы бежать? Я думаю, он ушел. Друзья, я нашел вас. Джей, это правда ты? Джей, выпусти меня отсюда. Мне нужно найти способ открыть клетки. Я думаю, что клетки открываются в комнате управления. Джей, берегись.